Влюбился в хоккейную форму с первого взгляда. С 2007 года играет в составе Одинцовской «Армады». Говорит, позиция вратаря эксклюзивная, тем более, когда есть такое преимущество, как рост. У вратаря есть три позиции. Это высокая стойка, средняя и низкая. Основная так-то работа идет вратаря в высокой стойке на ногах. Я могу играть в средней. Я из-за того, что высокий, 193 у меня рост. Я буду быстрее и больше, как бы. Не пропустить шайбу в ворота – основная задача вратарей. Они должны быть трудолюбивыми и терпеливыми. Везение, конечно, лишним не будет. Но и про усиленные тренировки забывать не стоит. Тренировка поделена на две части. То есть старшие вратари занимаются больше игровыми моментами, упражнениями, которые непосредственно в игре им будут помогать отражать броски и лучше взаимодействовать с партнерами. А по младшим возрастам, да, и младшие вратари у нас занимаются больше техникой катания, учатся правильно кататься, правильно отрабатывают технику. Сергей Клементьев в прошлом профессиональный хоккеист. Уже больше 9 лет занимается с юными спортсменами и передает им свой опыт. Радуется успеху подопечных, а те, в свою очередь, вдохновляют его на новые подходы к тренировкам. Мне нравится это общение с юными спортсменами, у которых я заряжаюсь позитивом на то, чтобы давать им и передавать им свой опыт, да, то, что я наработал с годами. Не только тренировки, но и живое общение. Сыгранная команда получается только из дружного коллектива. Георгий уже 4,5 года занимается спортом. За это время с товарищами по команде сыграл не один матч. У меня команда очень такая веселая, мне нравится. Я тут нашел очень много своих друзей. Сейчас хоккеисты спортшколы Одинцова участвуют в первенстве Москвы и области. Только за одни выходные проводят более 20 игр. Пока удача им улыбается. Но только они знают, что на самом деле это результат упорного труда. Карина Еряшева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.